4К. Похоже на дуги есть стабилизация. Вот я трясу, но дуги почти не трясется. Что-то ноги как-то подергиваются. На леку автофокуса нет. На леко 4К. Мне казалось, что дуги хорошо снимают.
720p приближенно. Хуже, чем бег. Может, у меня после этого сбоя так стало снимать. Выключаю ноги. Теперь 4К на обоих. На приближение 6Х. Леко я поднял экспозицию на плюс один, так он потемнее снимает. А, не поднял, как я обычно снимаю. Это спутался. Я на фотографии поднял, на видео нельзя, кажется, поднимать экспозицию. Я уже чувствую в руках, как бег горячий. А теперь 1Х. Похоже, дуги пробуют сглаживать, стабилизацию делать.
Георгию нужно 8x. На Олега 6x максимум. $720 спер. Все хорошо. Если приблизит. $720 пар.
4К. P720. Все хорошо. Если приблизить.
на Илеко 4К. Казалось, что Дуги хорошо снимает. На 720p приближение. Хуже, чем Лек. Может, у меня после этого сбоя так стало снимать. Включаю Дуги. Open камера 720p. Дуги. Микс.